Добрий вечір, шановне панство! Добрий вечір, дами і господа! Тавен бахтале, састе, зорале! Тебере берша! Переведу. Ми желаємо в кожному домі, в кожній сім'ї вашій, щоб царило щастя, радость, добро, благополучие, щоб на нашій святой землі наступив мир, і щоб ви всі були здорові. А як циган сказав, так і буде. Ігор Крикунов – український режисер, актор театру і кіно, педагог, народний артист України, громадський діяч циганського походження. На початку 90-х минулого століття створює київський циганський театр «Романс». То, что он как бы единственный профессиональный цыганский театр, он уже уникален. То, что он живет 26 лет в этих сложнейших экономических условиях, это уже больше, чем уникальность. Мы пытаемся не заставить, а вот той проблематикой в наших пьесах, культурой нашей, конечно же, поломать те стереотипы, которые в 21 веке, они уже не актуальны. Цыгане сьогодні лошадей не ворують. За роки свого існування сольні концертні програми, вистави, тематичні вечори, створені на основі кращих зразків неординарної та самобутньої музичної циганської культури, були представлені глядачу не тільки України, але і багатьох країн світу. В Лондоні вийшов на сцену з гітарою. И что-то там спеціально, не те саме, а почав перебирати, така медитація свого роду. И потом в зал смотрю, и поднимается на сцену женщина, англичанка. Подходит ко мне, становится рядом, и вот так смотрит. Я начинаю петь песню, и не в зал, я зал забыл, я в нее. Я закончил песню, в зале тишина, и она стоит вот так. Уже пауза огромная. И я уже выворачиваю к зрителю. Там. Зритель тоже как бы приходит в себя, начинает хлопать. Что это было? А она поворачивается к залу и говорит, я была под гипнозом. Под каким гипнозом? Зрителя нужно держать. Не только словами всем, а и паузой. На рахунку актора ролі в 14 музичних, телевізійних і художніх фільмах, десятки зіграних ролей в театрі. Славу ж і популярність Ігорю Крикунову принесла головна роль у фільмі «Циганка Аза». Але почувається актор комфортніше на сцені. В кіно ні. Тому я в кіно, це от так случилось, що от така судьба подарила мені роль. А так те предложения, которые вот в последнее время поступали, я просто отказываюсь. Там, где профанируют цыганскую идею, где цыгане там всякие бандиты, криминалы, все такое. Я все время в отказе. Вот. Если хорошая работа, честная, и история все, не там, где кровь льется и 800 трупов в первом кадре, то это меня и не интересует. А где действительно есть разговор о душе, о нравственности, о человеке, там я всегда рядом. Ігор Крикунов прагне до симбіозу культур та національностей у виставах. Піклування про молоде покоління є метою 30-літньої праці та сенсом життя. В основі всього – це культура. О ній не можна говорити. Культуру нужно вкладывать за рождение. Вот родился младенец в семье, вот родитель. Родители все сталкивают на школу, на детский садик. Нет. Все закладывается в семье. Вот если вы заложили в ребенка эти ростки культуры, то оно прорастет и в детском садике, и в школе, и дальше в вузах. А если ребенок в семье не увидел этого, то дальше он, конечно, будет бежать от нее. Що ж вкладає в поняття циганська пісня Ігор Крикунов? Кров, корні, душа. Вот это такое три единства. Вот и циганская песня, конечно же, к этому относится. Та, которая еще из глубины веков, из-под колес кочевий наших, да, там есть. Танцевать до упаду
и смеяться до слез. Вот и вся их награда, ни богатство, ни роз.